Если сын очень активно начинает переживать за маму и решать ее эмоциональные проблемы, советовать ей что-то, помогать, возможно, даже включаться в разрешение финансовых и бытовых вопросов, то эмоционально и энергетически он может встать на место ее партнера. Таким образом, ему будет очень сложно выстроить собственные серьезные отношения, ведь эмоционально и психологически он уже мамин муж. И строить новые отношения ему незачем. Мамуля, сорян, но на этом все. Баста. Больше я тебе помогать не могу. Больше не могу участвовать в твоей жизни. И вообще, хватит, сколько можно, блин, проявлять о тебе заботу. Ну и что, что ты у меня пожилая уже женщина старенькая? Мне он психолог из ТикТок сказал, что я, знаешь ли, тут не совсем все здорово. Бать, ты тоже, если что, прости, я на всякий случай, а то мало ли, займу место твоей жены. А ну, подальше.